to me, my friends. Всем привет! И сегодня мы выполняем домашнее задание по учебнику Next Move Students Book 1, страничку 99 по просьбе нашего подписчика. И сегодня у нас reading, чтение. Задание 1. Look at the text and the photos. What do you think the text is about? Посмотрите на текст и на фотографии. Как вы думаете, о чем этот текст? Но прежде чем мы ответим на этот вопрос, нам необходимо прочесть сам текст. E-reading. We use computers all the time and we read text on a screen every day. Many people use their mobile phone to read and some have e-books. What do you use? What are you going to use in the future? E-books are going to change in our future. We know that makers of e-books are going to give them flexible screens so they're soft and easy to carry. But what are we going to see after that? Imagine a new generation of e-books that can you read a story, books that can change color, books with 3D pictures. All of them are going to be possible. What about books for mobile phones? In Japan, Kitai are popular. They are very short novels for people to read on their mobile phone. Teenagers can become writers of Kitai novels. They also like the new fashion for Twitter novels. They are only 140 characters long. That's shorter than this paragraph. Переводим. Электронное чтение. Мы используем компьютеры все время, и мы читаем текст на экране каждый день. Много людей используют их мобильные телефоны, чтобы читать. Но некоторые используют электронные книги. Что используете вы? Что вы собираетесь использовать в будущем? Электронные книги собираются измениться в будущем. Мы думаем, производители электронных книг собираются сделать их гибкими и удобными. И легко, чтобы их было легко носить. Но что мы собираемся увидеть после этого? Представьте новое поколение электронных книг, которые могут читать истории, книги, менять цвета, книги с 3D-картинками. Все это будет возможно. А как насчет книг для мобильных телефонов? В Японии Китаи популярны. Это очень короткие романы для людей на их телефонах. Подростки могут становиться писателями романов Китаи. Они также любят новую моду на романы в Твиттере. На романы Твиттер. В нем только 140 символов. В их сообщениях только 140 символов. Это короче, чем этот параграф. Правильный ответ в первом – B. The future of novels, e-books, vice versa, mobile phones, the future of reading. Будущее романов, электронные книги против мобильных телефонов, будущее чтения. Правильный ответ – B. Задание номер 2. Прочитайте текст и проверьте ваши ответы к упражнению 1.
Задание 3. Прочитайте текст. Добавьте предложение AC к абзацам 1-3. Why don't you write one today? Первое. They're going to be waterproof, too, so we can read them in the bus, too. Phone texts, instant messages and short messages on social networking sites. Это текст номер 3. Почему бы тебе не написать сегодня? Они собираются быть водонепроницаемыми тоже, поэтому мы можем читать их в ванне. Тексты в телефонах, сообщений инстант и короткие сообщения на сайтах социальных сетей. Задание номер 4. Read the text again. Complete the sentences with one word from the text. Прочитайте текст еще раз. Закончите предложение с одним словом из текста. These days people often read text on a screen. Soon e-books are going to change. E-books with flexible screens are soft. In the future, e-books can have 3D pictures. Kitai are popular in Japan. You read Kitai novels on a mobile phone. On a mobile phones. Twitter novels are very popular. Переводим. Современные люди часто читают тексты на экране. Вскоре электронные книги собираются измениться. Электронные книги с гибким экраном удобны. В будущем электронные книги могут иметь 3D-картинки. Китаи популярные в Японии. Ты можешь читать китаи, романы китаи на мобильных телефонах. Романы Twitter очень популярны. Задание 5 мы пропустим и не будем выполнять, поскольку оно творческое. Творческие и другие домашние задания по английскому языку я выполняю по отдельному запросу в Telegram по ссылке в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых готовых домашних заданий по английскому языку. И всем пока!